В городе выберут главу промышленного района Самары. Конкурс объявил районный совет депутатов. Сегодня в мэрии прошло первое организационное заседание конкурсной комиссии. В нее вошли 20 человек. На повестке дня избрание председателей и заместителей председателя комиссии. Председателем конкурсной комиссии выбрали главу Самары Елену Лапушкину. Предлагаю избрать председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы промышленного внутригородского района Лапушкину Елену Владимировну. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Спасибо, коллеги. Принято. Заместителями председателя комиссии выбрали Алексея Дегтева, председателя Думы городского округа Самара, и Илью Шевцова, председателя Совета депутатов промышленного района города. Повестка первого организационного собрания у нас с вами исчерпана и прошла в дружеской обстановке. Да, у нас с вами есть месяц работы для того, чтобы избрать самого достойного человека на должность главы промышленного внутригородского района. Глава города подчеркнула, что промышленный район – один из самых крупных в Самаре как по численности населения, так и по территории. Поэтому к выбору кандидатуры нужно будет подойти с особым вниманием. Впереди у конкурсной комиссии много работы. Предстоит рассмотреть заявки, которые поступят, встречаться с кандидатами и знакомиться с их программами. Виктория Шарая, Константин Головин. События.